Всем привет! Мы в Лондоне, приехали в Гринвич и сейчас направляемся, хотим посетить самый известный трехмачевый парусный клипер Кати Сарк. Хотим зайти внутрь и приглашаем вас вместе с нами. Цена билета, чтобы зайти на этот корабль, стоит 15 фунтов, но оно этого стоит. Этот клипер был построен в 1869 году в шотландском городе Дамбартон. И сейчас мы находимся у самого дна этого корабля. Ощущения такие очень необычные. И заходим внутрь. Внутрь зашли, и здесь мы видим очень много ящиков. Вот в этих ящиках перевозили чай из Китая в Лондон. Также на этом судне перевозили шерсть из Австралии в Англию. На судне работало всего 26 человек, и самому младшему из них было 14 лет. Конечно, клиперов в то время было много, и тот клипер, который быстрее доставлял чай в Лондон, тот, естественно, получал и большую прибыль. Они устраивали между собой гонки, и вот в одной из таких гонок клипер Кати Сарк потерял руль, но капитан не сдался. В открытом море они соорудили импровизированный руль, и капитан принял такое решение, что нужно гонку продолжать. Конечно, клипер прибыл в Лондон позже на 2 недели, но благодаря этому он вошел в историю. Мы еще находимся в трюме, но уже поднялись на среднюю палубу. И также скажу, что этот клипер еще использовался в качестве стационарного учебного судна, но это было уже позже. Там и написано было, что... Ага, potato pie. Масло. Сладкое молоко было. Пирог из картофеля. Яйца. Давай следующее. Викендинер. Ага. Гороховый суп. Из засоленной соли. Ага. А что с вами пили? Дринкс. А кофе? Везде кофе, лайм джус и джус из лайма. Это дрики. Кукис. Ну и, конечно, мы поднялись на палубу этого судна. Также здесь они держали кур. Thank you.
А вот и каюта капитана. Смотрите, какая красивая, из дерева. Как все сделано, со вкусом, стильно. Напоминаю, что это был 1869 год. Посмотреть на самое дно корабля. Внизу под кораблем расположено кафе. Мы там, конечно, попили чаю, отдохнули и получили огромное удовольствие от этого музея. Спасибо всем, кто посмотрел видео до конца, кто был со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно, жду ваших комментариев. И до встречи в новом видео.